Для каждого сезона актуальны свои беды. Весной на пике дорожные проблемы. Чтобы снять нарастающее недовольство горожан, специалисты общественной палаты создали горячую телефонную линию по состоянию дорог. Теперь ивановцы могут пожаловаться на особенно разбитые улицы и непроходимые развязки. Несколько звонков уже поступило. Интересуются жители состоянием дороги по улице Калинина. Конкретно это отрезок от Громобоя до 8 марта. Также обеспокоены состоянием дороги на улице Минской в районе Новостроя. Улица Кирякиных вся, Ташкентская, Лежневская. Специалисты общественной палаты тщательно фиксируют звонки. После завершения работы линии они составят сводную таблицу с наиболее проблемными участками дорог не только города, но и области. Эти данные будут отправлены в органы исполнительной власти. Там обозначенные улицы войдут в список тех, что нуждаются в ремонте в первую очередь. Полученные данные также будут переданы губернатору области Михаилу Меню. Специалисты общественной палаты прогнозируют шквал звонков. Мы надеемся, что эта горячая линия, она отчасти станет таким координирующим центром не только в деятельности общественных организаций, автолюбителей, но станет тем окном, в которое любой гражданин, любой автолюбитель может высказать свои пожелания, с тем, чтобы мы могли вести такой постоянный мониторинг состояния наших автодорог. Поделиться своей дорожной бедой может любой ивановец. Горячая телефонная линия будет работать по будням в течение 2 недель. Звоните по телефону 90 15 24 или отправляйте письменные заявки на электронный адрес ifpalata@mail.ru. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.